Сейчас прозвучит последняя песня в этом отделении. Это известная джазовая баллада, которая называется «Body and Soul». Аранжировка Владимира Копылина.
Спасибо большое. Спасибо. Сейчас мы сделаем небольшой перерыв и вернемся к вам. Спасибо. Песня называется Then There Was You. Спасибо. Вы знаете эту песню, мне очень приятно. Thank you.
Очень приятно, спасибо. Такое ощущение, что микрофоны в зале и подзвучные аплодисменты так прям громко на нас видят. Спасибо, очень приятно. Спасибо. Спасибо за режиссёры. У нас тут все очень комфортно и здорово. Спасибо вам. Следующая песня называется Soul with a capital S. Вот так вот. Готовы? Все готовы? Ты знаешь, что песня? Thank you.
Спасибо большое. Спасибо. Сейчас мы немножечко поспокойнее споем вам песню, которая называется «Мастер-план». Нужен ветра дуй. Срочно сюда. Ну что? No way to dream.
нашему, спасибо этому великолепному бренду. Это самые прекрасные в мире музыканты. Я так считаю. Иди. Теперь. Спасибо. Хорошо. Сейчас мы исполним для вас последнее произведение. Это называется «What is hip?». Ну, в чем дело, если так красиво сказать, переводится. В чем дело? «What is hip?». Вот ребята говорят, еще можно перевести так. Че, ты че, парень? Вот как-то так. В чем проблема, парень? Поехали. So you want to find your straight back, ease all of your hip thing, but you are just exactly sure what's in. We'll be right back.
Спасибо большое, спасибо вам огромное. Я хочу представить вам этих великолепных музыкантов. Спасибо. Извините, это был такой ход. Я хочу представить этих великолепных музыкантов. Я хочу, чтобы каждый вышел сюда, потому что, мне кажется, не всем вас будет видно. Давай, Илья, выходи. Илья Чумаченко. Иван Барышников. Антон Чекуров. Павел Иванов. Павел у нас аранжировщик этой программы второй части. Спасибо вам большое. Я еще написала партию для всех прекрасных саксофонов, труб и так далее. Владимир Смирнов. Владимир Копырин, великолепный пианист, аранжировщик. Спасибо. Иван Катков, потрясающий контрабасист, басист, мой любимый. Дмитрий Сапожников. Великолепный барабанщик, спасибо за один большой. И красивые девушки, Диана Цирикидзе. Потрясающая певица, моя одногруппница, Екатерина Баскакова, Мария Борисова, потрясающая певица и близкие мои подруги. Спасибо вам большое. Меня зовут Ольга Синяева. Я сегодня исполняла для вас программу в двух отделениях. Нисколько не устала, стыла, да еще столько же. И все это благодаря моему педагогу Раисе Сейдшах. Сегодня сюрпризом оказалась здесь. Спасибо большое. Спасибо моим ученикам. Сегодня много учеников в зале. Спасибо. Очень много новых лиц. Мне очень приятно, что вы посетили наш концерт. Ждем вас вновь и вновь. 25 июня у нас будет большой концерт здесь вместе с нашими прекрасными учениками, с моими прекрасными учениками, финалистами конкурса Music Parting. Здесь будет 4 исполнителя. И мой концерт одновременно. Приглашаю вас. У нас будет потрясающее событие. Я просто не могла не проанонсировать это мероприятие. Спасибо. Ну, давайте сделаем так. Напоследок мы сыграем вам еще одну песню, которую мы сегодня уже играли. И мне, как мне показалось, это была самая яркая, потому что вы все хлопали, и вам нравилось, и танцевали. Если хотите, мои любимые ученики, вот одна из них. Вы можете потанцевать вместе с нами. Подходить к нам все поближе, нам будет приятно. Поехали. Сейчас мы чуть-чуть соберемся. Ребята просто не знали, я их подставила, как всегда. Спасибо большое звукооператору, спасибо вам огромное. Очень приятно было с вами работать, спасибо. Без вас бы ничего этого не состоялось. Это главный человек в любом концерте, я считаю. Спасибо вам огромное. Some like as well.
Спасибо Газклубу Козлов, Араику огромное спасибо за то, что организовал этот концерт. Спасибо огромное, до новых встреч 25 июня. Спасибо.